Данный материал вышел в эфире нашего телеканала накануне, и сразу после этого управление Госстройжилнадзора начало проверку. Конечно, чтобы дать оценку действиям управляющей компании, нужно детально разобраться в ситуации, и к установлению вины или невиновности организации должны также подключиться правоохранительные органы. Мы частью управления Госстройжилнадзора проверку проведет, в ходе которой мы попытаемся выяснить, имеются ли виновные действия в действиях управляющей организации в части демонтажа ограждающих конструкций. И также проверка будет проведена в части ближайшего содержания узла в водах.